Всем привет! Как вы уже поняли по названию видео, сегодня я вам расскажу, какая разница между Сьюхами и Мэри Сью. А еще читайте дисклеймер. Начинаем! Всем снова привет! И в этом видео я вам расскажу, что такое Сьюхи и что такое Мэри Сью, ну, по моему мнению. А на создание такого видео меня подтолкнул один из комментариев под прошлым видео. И да, вот что в нем написано. Начнем с того, что все, о чем шла речь в ролике, никак не связано со Сьюхами. Кажется, люди стали забывать, кто такие Сью. Да, я с тобой согласна. Некоторые стали забывать, что это такое, но я сейчас поясню, так сказать, за Ютуб. Начнем с того, что Сьюхи и Мэри Сью на Ютубе — это разные значения. Сьюхи — это просто обычно маленькие девочки, которые шиперят себя с канонами, и все. Их персонаж может быть любым — суперсильным, эпик-красивым, уродливым, любым. Но он шиперит себя с канонным персонажем, и он сразу становится Сьюхой. Теперь мы поговорим про Мэри Сью. Мужской пол называется Марти Сью, это так чисто на заметочку. Это, так сказать, персонажи со супер-эпик-способностями, обычно непобедимые, супер-эпик-красивые, и у них, короче, они самые крутые. И да, они не шиперят себя с каноновым персонажем. Теперь, думаю, стоит зайти на Википедию и проверить мои мысли. Мэри Сью. Если кратко, то это персонаж, которого автор наделил гипертрофированными, нереалистичными достоинствами, способностями и везением. И из-за этого всего автор как бы сравнивает себя с Мэри Сью или же Марти Сью. Появляется этот тип персонажей чаще всего в фанфиках и настольных ролевых играх. А вот по Сьюхам Вики мне, к сожалению, найти не удалось. Но очень часто все говорят, что это просто девочки, которые шиперят с канонными персонажами. И да, чаще всего они сочетают себя с Мэри Сью. Соглашусь, это довольно похожие вещи, но, пожалуйста, не путайте их. Ну, а на этом видео подходит к концу. Оно вышло довольно коротким. Ну, а если вы все-таки досмотрели, то нажмите лайк, пожалуйста. И напишите в комментариях то, что вы досмотрели. Мне будет очень приятно. А еще у меня есть такая идейка. Может быть, я сделаю критику Сьюх. Не реакцию, а критику. Ну, типа, я буду исправлять их ошибки, это будет интересно. Заодно покажу ошибки начинающих художников. Ну, на этом, скорее всего, все. И всем пока. Inside a new Balenciaga, bigger butts in tiny